Феноменально помолодевшая Климова восхитила внешним видом. Известная актриса предстала в сторис своего инстаграм-аккаунте заметно помолодевшей. 41-летняя Екатерина Климова появилась в кадре в новом образе. 17 сентября звезда театра и кино произвела фурор в платье с глубоким декольте. Знаменитость появилась в Большом театре на опере «Евгений Онегин», в эффектном наряде, который не оставил равнодушными ее поклонников. Для вечернего выхода в свет Екатерина Климова выбрала маленькое черное платье с глубоким декольте. Дополнила она свой образ лодочками в тон. Екатерина Климова выглядела непривычно. Артистка выпрямила свои вьющиеся локоны, благодаря чему стала выглядеть еще моложе. Во время похода в театр с подругой она смотрелась умопомрачительно и свежо. Судя по всему, и настроение у Екатерины Климовой было соответствующим. Актриса поздравила театр с премьерой, записывала видеоролики и выкладывала соблазнительные снимки в Инстаграм. Кроме того, многие поклонники рассмотрели татуировку на плече актрисы. Отметим, у Екатерины Климовой трое детей. Знаменитая многодетная мама неизменно вызывает восхищение у многочисленных поклонников своей фигурой и моложавым внешним видом. Напомним, что после развода Екатерина Климова и актер Игорь Петренко, от которого она имеет сыновей, после развода остались в прекрасных отношениях. Они в равной мере занимаются воспитанием общих детей и периодически собираются вместе на торжествах. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Принц не удовлетворяет. Марка продемонстрировала стертые в кровь колени. Люди молятся за Лукашенко после сообщения о смерти. Начинает надоедать. Запад подставил мечущегося Зеленского. Ненастоящее лицо. Дочь разоблачила Викторию Боню. Знаменитый артист обвинил сына в краже на шоу Шепелева. И многое другое.